Погнали. Надо брать топ-1. Прямо сейчас. Прямо в эту секунду. Так, юмпа. Ты в кибер не собираешься? Нет, нет, принципиально нет такой цели. Вот я занимаюсь ютубчиком. Ох, обалдеть, третье лицо включил, фига меня прям телепортировало. Ну а спонсором этого видео является букмекерская компания под названием 1xbet. 1xbet — это самый надежный и проверенный букмекер. Там всегда самые большие коэффициенты и самые быстрые выплаты. Насчет промокода, который вы видите на экране, данный промокод дает бонус до $520 на первый депозит для новых пользователей. А так что, кому интересно, не упускайте свой шанс и присоединяйтесь. Все ссылочки и промокод будут в описании и в комментариях под этим видео. Блин, у меня нет брони. Мне это не особо нравится. Как бы нам это пережить? Так. Блин, не хочу с юмпой сейчас рубиться. Что-то надо другое найти. Вот сейчас надо найти берил, короче, и легкую рукоятку поставить, и шестерку поставить, чтобы люди ядрить колотить, которые писали что-то за легкую рукоятку, чтобы они этого больше не писали. Я не могу найти гребаный берил. Ну-ка, графики удобнее играть. А, на минималках. Боже, он как-то выбежал. Че с ним стрелять уже год? Даже не стреляю. Не стреляюсь, а херней занимаюсь с ним уже год. Ладно, в этой игре, походу, не доберила. Нахрен играю с юмпой. Мне кажется, что вот вначале нашли. Вот с этим, если играть, результата больше. То есть какая-то судьба ядрить ее колотить. Хрен с ним, юмпа. Дроп выпал неподалеку, кстати, нифига. Так, ладно. Позиция у меня такая довольно открытая. Нам бы ее сменить и не умереть. Пердец, нас сейчас убьют, все, убивают. О, челик. Руби, как тебе погода в Краснодаре? Ну, я не могу сказать, что как-то чему-то удивляюсь. Я же с Крыма ядрить колотить вообще изначально-то. Погода примерно такая же, как в Крыму. Норм. Погода как погода. Сейчас дожди.
Такая влажность, все дела. Так, кстати, мне не нужен был компенсатор, мне нужны были патронташи. Так, нужно где-то найти много-много патронов на юмпу. Где мне их найти? Еху, 30 патронов. Супер. Зачем тебе две сковороды? Согласен. Чего труднее зажимать, СКМ 6Х или Берил 6Х? С калаша и шестерки гораздо трудней. Берил реально шестерка контролится, в отличие от калаша. Где гребаные патроны? Калаш тоже можно, в принципе, шестерки зажимать, но эффективность у Берила больше шестерки. Да и в среднем, на самом деле, я вам так скажу, вот зажим шестерки, даже зажим с трешки, он зачастую не нужен. С точки нужно зажимать, любой киберспорт и так далее, но двигается с точки, не с шестерки. Шестерка для выебо. Если добавишь YouTube книгу в папку, аудитория подрастет. Каждый, кто добавляет YouTube книгу в чат, ой, книгу в чат, боже мой, книгу в папку, с ума сошедший. Я реально так считаю, потому что ну, это кринж, это именно кринж. Мое личное как бы мнение, вот я никогда в жизни так делать не буду, никогда так не делаю, это прикол. Рувя YouTube. Ой-ой-ой. Дерьмо. А как такое может быть? От силуэта 40к уровневых игроков прицел убегает в сторону. Постоянно так. Есть челлендж. Берешь. Антон, спасибо за важность. Я читер куски дерьма. Согласен. Факты. А как такое может быть? От силуэта 40 уровневых игроков. Прицел убегает в сторону. Постоянно так, есть челлендж. Также не понял. От силуэта 40 уровневых игроков прицел убегает в сторону. Я не понял, что честно тут имели в виду. Попали. Убили. 2 из 2 на месте. Красная зона, боже. Блин, давайте я сейчас уйду в какой-нибудь дом, чтобы меня не прибило. Не знаю, у меня есть какое-то прям ощущение, что меня сейчас прибьет зона. Вот серьезно говорю. Просто чуечка. Поэтому нахрен давайте мы ее мансанем. Еще играешь больше с калаша или с эмки? В 1000 раз больше с калаша. Раньше играл с эмкой активно. Вот потом, как эмку фиксанули, я... И то не сразу, со временем, то есть вот последний месяц вообще эмку игнорирую, потому что она не дамажит с калашом, практически каждую игру играю.
45-ки, пожалуйста. Блин, ну мне не то, что прям много их нужно. Мне так чисто немножечко. О, так, скину одну гранату. Потому что у меня их что-то чересчур много. Увидел кастомку с панцерфаустами и минометами. Это эпик просто. Спасибо, спасибо. Да, мы делали такую темку. Контент в этом есть железо. Блин, не успею, не успею. Успел. Санек, не обессудьте. Опа. Опа-на. 90 штучек. Это прям приятно, реально. Так, буст один примем и поместим чуть больше патронов в инвентарь. Давайте, дайте пешком подвигаю, потому что я не знаю, тут машин, походу, я вряд ли найду. Заберу у него аптеки, которые были. А, понятно. Хорошо. И вот так, и в зону, погнали. Так, стоять. Шестерка. Все, я побежал. Надеюсь, у меня все получится. 8 аптек. Фу, идрить его колотить. Блин, лишь бы сейчас просто не зафигачили. Пока бегу. Так, в принципе, я успеваю. Вот лишь бы не убили на выходе в зону. Зажимаешь в прицеле коллиматора, а прицел просто убегает в сторону. И причем это происходит только на низкоуровневых игроках. Челлендж. Лутаешь дом, ангар, одно строение. А дальше можно лутать только. Опа. Только? Только? Заинтриговали, конечно. А, блин, наверное, это баг наблюдения. То есть в этой игре, когда ты... В наблюдении находишь... Сейчас, секунду. На, нахрен. А, в этой игре, когда ты в наблюдении находишься, по-другому все видно, искажается стрельба. Так, 8 киллов, 9 живых. Игра, в принципе, неплохая. Если мы ее выиграем, будет прикольно. Вот надо как-то выиграть. Что по зоне? Зона такая вот. Я приехал хрен знает куда, просто я, блин, не знаю, инфы я сюда. Только подъехал.
На всякий случай на край зоны вывалились. Блин, как мне в зону забегать сейчас? Нужно срочно брать вот этот вот домик. Ой, блин, третий шлем у него, боже. Ой. Так. Надо пожить. Живу. Боже, какая тут... позиция просто. Можно лут от каждого третьего, шестого, девятого и т.д. Дроби. Нормально. Лутать можно. Тайные комнаты. Все тайные можно лутать. Если карты зимние, лутать можно шкафы. Все, что можно открыть ломом, можно лутать. До свидания. Спасибо большое за ваш донат. Вот, сейчас я очень сконцентрирован на каточке. В принципе, предварительно могу сказать точно, что... Ну, не точно. Предварительно могу сказать, что отличный челлендж. Будем пробовать. Вот сейчас доиграю. Уже прям точно разберемся с ситуацией. Блин, это был прям важный файт. Мы его выиграли. Супер. Так... Так, далее, что нам делать далее? А, блин, собака заблокировала эту дверь. Три человека. Ой, блин, ну куда я стреляю? Нафига я так стрельнул? Я что, с ума сошел? Так, начинаю делать херню, мне это не нравится. Как он двигается тоже? Не, молодец, молодец, на месте не стоит. Вопросы?